Приветствую всех, с вами Сенсей. Давайте вспомним Портал 2, что он собой представляет. Графику я немного прикрутил. Думаю, будет выглядеть неплохо. 2К. Ну, наворотов тут никаких нет в этой графике, но все равно это своеобразная игра, логическая. Хотелось бы лучей, но почему-то эти лучи до сих пор не прикрутили. Вы находились в консервации 50 дней. Все испытуемые только в продолжительной консервации должны регулярно выполнять упражнения для поддержания физического и умственного здоровья. Вы услышите сигнал. Наберитесь терпения. Вначале здесь ничего не пропускайте, если хотите. Хорошо. Чтобы игра. Вы услышите сигнал. Когда вы услышите сигнал, посмотрите вниз на пол. Продолжалось. Хорошо. На этом заканчивается гимнастическая часть упражнений. Это первый взгляд у меня сейчас. Слово изменится, если игра наберет более 10 часов, будет прохождение 1. Это предмет искусства. Вы услышите сигнал. Когда услышите сигнал, внимательно посмотрите на картину. Опа. А на какую картину? Теперь вы ощущаете духовное обновление. Если созерцание картины не принесло должного интеллектуального удовлетворения, тут картина тоже, да? Отрывок музыкального произведения. Хорошо, теперь, пожалуйста, вернитесь. Давай, койкакер, блядь, быстрее, уже надоел. Чурбан буксует тут, да. Завали ты уже. Доброе утро. Вы находились в консервации 9999. Это сообщение зачитывается с целью уведомить вас, что все испытуемые должны немедленно покинуть центр развития. Если испытуемый немедленно не выйдет из состояния консервации, в ближайшее время воспользовался своим правом находиться в состоянии глубокого расслабления в ходе разрушения комплекса. Ты откроешь дверь? Тут срочное дело. О мой бог, ты выглядишь уже хорошо выглядишь. Ты в порядке? У тебя все не отвечает. Как настроить графику в софт и железо? У тебя есть куча времени, чтобы восстановиться. Не спеши. Решейдеры. Пожалуйста, приготовьтесь к экстренной эвакуации. Спокойно, все спокойно, такое. Он сказал, приготовьтесь. Просто приготовьтесь, все в порядке, хорошо? Не двигайся, я вытащу нас отсюда. О, может, ты захочешь за что-то держаться? Очень советую, на твое усмотрение. Парищи сделаю, чтобы Ютуб немножко подмыли. Ты в порядке? Да... Ты меня слышишь? По-любому. Эй! Давай, говнина, быстрее. Чё ты, где ты там? Большинство испытуемых через несколько месяцев в консервации демонстрируют признаки помрачения рассудка. Ты находишься тут гораздо дольше. И нельзя исключить, еще говнина тут будет какая-то. Какаха. Незначительное, серьезное повреждение мозга. Яйцо и какаха. Не стоит тревожиться. Хотя, если возникнет чувство тревоги, не нужно с ним бороться. Это нормальная реакция на сообщение, что у тебя поврежден мозг. Ты понимаешь, да, вот такие вот говорю? Игры, понимаешь, это, конечно, смысл? Культовые ответь. Вещи. Просто скажи «да». Ну вот Талос нисколько не уступает. Да, ну Талос, видите, неясно, прохождение, зачем? Сделали неважно, дальше яблоко, продолжение. Яблоко. Что-то Портал 3 я... Есть дополнительные уровни, есть. У меня на канале есть. Я в конце этого ролика обязательно сделаю окна на логические игры. Есть похожие на эту игру. Ладно, не тот же Талос. Тебе, но придется, у нас тут серьезные неприятности. Но Талос устали смотреть, похоже, прохождение дальше не будет. Так что поддержите игру, а то ее придется удалить. Конечно же, центр консервации больше не будет этих чертовых испытуемых. Он говорит, по-моему, подожди, больше, чем я. Это немного сложно. Мерзавец. И, конечно, мерзавец. Мне никто ничего не сказал. Твою мать. Ну зачем информировать меня о жизненно важных функциях 10 000 чертовых испытуемых, за которых я отвечаю? О, уже близко. Тебе видно? Ты расти, я моя пролезу. Пиписка. Места хватит? Где ты, козленок? А, ведь надо как-то пройти. Поехали. Так, надо сосредоточиться. И чья это будет вина, когда руководство спустится сюда и найдет 10 000 чертовых овощей? А, видишь, я ударился. Так, слушай, нам надо договориться, понимаешь, чтобы ответы были одинаковые. Если кто-нибудь спросит... Не-не-не, никто не спросит, ты не волнуйся, но если кто-нибудь спросит, скажи, что последний раз, когда ты проверял... Это в Китае где-то, это контейнерная база в Китае. Не мертвы. Они...
за контейнер подняли деньги, и поэтому тут хлам такой. За стеной находится старый испытательный карт. Только вот недавно было. И там есть всякое оборудование, которое нам пригодится, если мы хотим отсюда выбраться. Думаю, там док-станция. Как воду глядели. Китаю себе. Хорошие новости. Это не док-станция. Так что одним неизвестным меньше. Я постараюсь взять управление на себя. Возможно, это слишком технически звучит. Соберись духом. Мы почти на месте. Помни, что тебе нужна такая пушка, которая делает отверстия. Не пулевые отверстия, а... Ну, ты разберешься. Давай, соберись с духом. Мы рады снова приветствовать вас в Центре развития. Неужели? В настоящее время мы испытываем трудности в связи с обстоятельствами апокалиптического характера вне нашего контроля. Однако тесты будут продолжаться. Вы будете получать инструкции и моральную поддержку посредством заранее записанных сообщений, чтобы наука продолжала двигаться вперед, даже в случае природных, социальных или экономических катастроф. Какую-то говнину он взял. Где эта пушка-то? Давай сюда! Испытания в критической ситуации мерзавец. Начнутся после открытия портала. Открытие портала. 3, 2, 1. Как бросит эту херню? Испытания с кубами и кнопками представляют огромную важность для науки даже в условиях чрезвычайной ситуации. Если именно эксперименты с кубами и кнопками привели к чрезвычайной ситуации, не волнуйтесь. Вероятность, что это повторится, ничтожна. Трогай. Водилу трогай. Если вы чувствуете, что по вашей шее течет жидкость, немедленно лягте на спину, расслабьтесь и помассируйте виски. Придется такая. Это редкая реакция на поле антиэкспроприации, когда разрываются проходы в ушных раковинах в вашей голове. Чё? Так, я не понял, куда идти-то? Все равно так прикольно сделано. Да? Отношение к деталям, блядь, вообще молодцы. Так, это вот ту открыл я, да? Это ту. А как отсюда выйти-то вообще, блядь, понять не могу. Вон она бегает, курица-то. Вот куда вы, откуда и куда? Так, подожди-ка. Это я сейчас там забрал, да? Теперь мне надо попасть в другой портал. Вот, на кнопку можно нажать. Я что-то этого не помню вообще, вот этого начала. Говнины вот этой. Мне казалось, там сразу пушку дают и погнал наш красный. Отлично. В связи с техническими проблемами, в настоящий момент мы не можем контролировать условия проведения испытания. Ту-ту! Прежде чем вернуться в камеру консервации по завершении испытаний, пожалуйста, потратьте немного времени, чтобы записать результаты экспериментов. Сотрудник лаборатории разбудит вас для интервью, когда общество возродится. Если в настоящее время Земля находится под властью царя зверей, разумного облака или иного руководящего органа, который отказывается или не способен прислушаться голосу рассудка. Сам записывает. Ну потому что там не задействованы ядра ни хрена. На той подставке должно быть портальное устройство. Если бы они сейчас все были задействованы, пшик и все. Но я его не вижу. Твою мать. Петух вонючий, блядь. Эй! Ты видишь портальную пушку? Я что-то не пойму, как будто, блядь, здесь да, это нахуй. Это важно, надо было сразу спросить. RTX лучи, смотрите. Ты знаешь, что я собираюсь делать? Я буду действовать из предположения, что ты жива, и буду ждать тебя впереди. Подожду один час, а потом вернусь. Чё-то я такого не видел, но... Ничего я не вижу тут. Твое мертвое тело, похороню тебя. Правильно? Отлично.
Мы команда! Увидимся через час. Надеюсь, если ты не мертва. По крайней мере, обалденно сделал. Так, куда идти-то, блядь, пойму. Так, дырку надо где-то продолжить. Тут вода капающая, конечно. Эффект такой холливудский. Для ряда испытаний необходим длительный контакт со смертоносными боевыми андроидами. Заверяем вас, что все боевые андроиды были обучены чтению и получили один экземпляр законов робототехники для передачи друг другу. Гадить-ка. А чё у меня второй портал-то не работает? Один есть, а второй... Так, а где у меня желтый аут? Хорошо, если вы чувствуете, что смертоносный боевой андроид не уважает ваши права, оговоренные в законах робототехники, пожалуйста, отметьте это в специальном формуляре. В будущем сотрудник лаборатории, ответственный за компенсацию, обязательно рассмотрит вашу жалобу. Следующее испытание очень опасно. Чтобы помочь вам сохранить хладнокровие перед лицом неизбежной смерти, на счет три вы услышите успокаивающую джазовую музыку. Один, два, три. И папа-ра-пап. Пока один портал у меня, я так понял, да? Ну что ты не поставил это, курица, блядь? Саммер, сука, блядь. Я не той кнопкой ставлю, дурак. Где у меня проход-то, блин? И зачем ты там сделал эту дыру? Сюда надо сделать эту дыру. А где второй? А, вот. Потрясающе, так как данное сообщение было записано заранее, все оценки вашего успеха с нашей стороны носят предположительный характер. Игнорируйте незаслуженные комплименты. И? Куда идти-то, блядь, понять не могу. Потерялся я, блядь. Потерялась я, гадя, блядь. Гадя ее будем звать, да. Гадя потерялась. Туда нам, что ли, в ту дырут или нет? А где у нас еще одна красная? Это где у нас? Здесь нет. Вон она. Значит, сюда. Блядь, я падаю сюда, что-то понять не могу. Все, заблудился. Почему дверь-то эта? Я не пойму. Не работает. Не соображу. А, вот я так. Ну и гадя. Если центр развития подвергается бомбардировке огненными шарами, метеоритами и другими объектами из космоса, избегайте выходить на незащищенные территории, если отсутствие укрытия не является частью испытания. Блин, давно я уже, конечно, в неё не играл. 100 лет. Я сливал здесь дополнительные уровни именно. Так, здесь срач, да?
вот это что ли? Блять! Какая кнопка-то? Вот это что ли? Че, ловить там надо, нахуй, наверное. Эх ты, блядь, Догрела бы она сейчас меня, эта херня, блядь. Превосходно. Да что ты, блядь, да завали ты, блядь, черт ты вонючий, блядь, видишь, никак я не поставлю, блядь. Продолжит работать и в постапокалиптических условиях. Ту-ту! Смотрели это кино? Майор Пейн. Он там рассказывал про паровозик. Куски, блядь, тело полетели сюда-сюда. Следующий тест демонстрирует инерцию при проходе через портал. Если законы физики вашим будущим мощным действуют, да поможет вам Бог. Прыг-скок, обвалился потолок. Так. Через верх нужно это сделать. Нам надо вывалиться, да? Где дыра-то, блядь? Вот дыра, блядь, где дыра, блядь? Уоу! Вообще, когда я первый раз в эту игру сел, блядь, портал первый, вот это вот просто вызывало восхищение. Восхищение вызывало это. Мерзавец, блядь. Блять! Может, с мячом с этим прям? Не разлетелся он как следует. Давай, курица! Гадя, блядь. Если вы не являетесь сотрудником лаборатории и случайно обнаружили этот комплекс в развалинах цивилизации, запомните, испытание — это будущее, и оно начинается с вас. Вот эти прыжки вообще крутяк, крутяк, да? Вообще, блядь, как американские горки, блядь. Куда это говнину-то тащить, я что-то понять не могу. А? Кто там орёт, блядь? Вороны, что ли, какие-то сучары, блядь? Мерзавки нас. Трещут, блядь. Где кнопка-то эта сама, блядь? Чё-то не вижу кнопку, блядь. Да плевать. Куда-нибудь мы родём сейчас навеки. Твою мать, прям физиономия нахлыстнулась. Гади, блядь. Так, все, сюда вот что ли ляпаем? Уж наверняка, блядь. Сука, и то промахнулся, блядь. Эх, и баран, блядь, чурбан, сука. Железо, и чтоб ты заржавел, блядь. Да что такое, блядь, я не пойму, что не так-то, блядь? Ровно, что ли, надо встать, блядь? Сейчас в другую сторону промахнусь. Отлично, творец будущего. Однако, если вы старые, недоразвиты или страдаете от увечья и радиации в такой степени, что будущее не должно начинаться с вас, вернитесь в свое примитивное племя и пришлите кого-нибудь в племя, блядь. У меня возвращаться некуда. Племя у меня одно в YouTube. Племя, блядь. Вернитесь на YouTube. На. Ради снабжения энергии основных тестовых протоколов все средства безопасности были отключены. Центр развития уважает ваше право выражать озабоченность в связи с проводимой политикой. Кстати, я хотел скрин сделать. Эй, я тут! О, супер! Ты нашла портальную пушку! Это прекрасная иллюстрация, что люди с повреждениями мозга в конечном итоге настоящие герои, правда? Какая храбрость! Ну, давайте я вам покажу. Открой портал в стене за мной и переходи на другую сторону. Пока он... Мешок с говном, блин. Про...
просто трещит. Открой портал за мной и переходи на ту сторону. Может, еще добавить это вот так вот сделать? Темнее. Открываешь портальчик вот тут, да, за мной, и проходишь через него. Так, козел вонючий. Че он там? Мешок с говном, блин. Окей, слушай, дай я тебе кое-что скажу. Это очень важно. Мне говорили, никогда, никогда, никогда не отсоединяться от направляющих рельс. Приключения гади. Но у нас нет вариантов. Так что, пожалуйста, приготовься меня поймать на тот случай, если я не умру, когда отсоединюсь. Все, трепач вонючий. У меня нет второго портала. Ну что ему? Три. Готово? Тупица, блядь. Раз. Два. Три. Высоко, слишком высоко, правда ведь? Это... Знаешь, если насчет три, то ты слишком долго сомневаешься. Давай на раз. Готово? Раз. Лови. Ау! Опа. Раз. Не умер. Я не умер. Раз, да? Подключи меня к той штуке на стене, хорошо? Я тебе кое-что покажу. Ты будешь потрясена. Да, я не могу, когда ты смотришь. Не, серьезно, я не шучу. Ну, отвернись на секундочку. Да, в седалище ты сейчас присадишь на чем-нибудь железка. Все, что ли не ты? Не могу, не могу, когда ты на меня чурбан, смотришь. Чурбан, блядь. Хорошо, теперь можешь повернуться. Мерзавец. Тайная панель. Это я открыл, пока ты стоял, отвернувшись. И вперед. Посмотри, теперь нам не надо следовать по рельсу. Ух, как это здорово. Мы можем идти, куда захотим. Стоп, а серьезно, куда нам идти? Подожди, да, я сориентируюсь. Ну, надо идти вдоль рельса. О, нет. Да, здравствуйте, мы просто проходим. Старайся не встречаться взглядом. Нет, спасибо, у нас все прекрасно. Такой балабол, да? Бля, без озвучки был бы вообще говнина. Он бы был вообще неинтересен, вообще. Если не знать язык английский, наверное, просто был бы он неинтересен. Но когда он калякает, ты еще по-русски. Нужно пройти через ее камеру. А скорее всего, она нас убьет, если она не спит. Хорошо, открываю карты. Я не хочу этого делать. Я не хочу туда заходить. Не надо, не входи туда. Она выключена. Отставить панику, она выключена. Смотрите, вода, блядь, как будто лучина. Да? О, это она. Знала бы ты, какая она была противная. Напишите, честно, кто знает. Ну, по-моему, я в последнюю версию скачал, я не знаю. Кто с ней расправился в итоге? Есть, ты не поверишь, этого, человек. Что такое за дёрганье, блядь, не пойму. Похоже, этот человек сбежал, и никто его больше не видел. Потом долгое время Фризы вообще пошли, ничего, блядь, не происходило. А теперь вот мы с тобой убегаем. В общих чертах это и есть вся Все история. Все бросает в говнину, в говнину, нахуй. Теперь вниз по лестнице. Прыгай, хотя... Удержала! Ты меня удержала, чудес! Она не орёт, он орёт. Мы в порядке, это здорово. А, извини, я посмотрел вниз. Не советую этого делать. А, я опять посмотрел. Шакал, блядь. Это главная пультовая. Ищи переключатель для спасательной капсулы, хорошо? Больше ничего не трогай. Так, ничего не трогай. Брось ты эту говнину. Нет, смотреть тебе надо, чтобы найти спасательную капсулу, но как только ты на что-то посмотрела и там не написано «спасательная капсула», больше на это не смотришь, хорошо? Но ничего не трогай. И ни на что не смотри, и вернее смотри, но не... Ну, ты поняла. Ты её где-то видишь? Ни хера она не поняла, блин. Я не вижу. Слушай, подключи меня, и я зажгу свет. Давай, говнин. Да будет свет. Это Бог. Я цитировал Бога. Ой, поворачивается. Какой ужас. Но все будет в порядке, по крайней мере, пока не начнет подниматься. Смотрите, блядь, трофея. Спасательная капсула. Капсула. О, поднимается. Окей. Так, не волнуйся, не волнуйся. Я тут, я тут. Это его остановит. Нет, так еще быстрее. Ого. Началось включение питания. Так, не паникуй, хорошо? Прекрати паниковать. Я могу все остановить. А... Здесь может, не во весь экран его... сделать, блядь? Как играть дальше-то, блядь? Чё-то не пойму, блядь, что происходит. Все было нормально, и вдруг бац, нахуй. Ломаю, не проблема. Забирать, что ли, тут? Капла-то, блядь.
Вот это трясня с картофелем-то. Блять. Нет, так. Б. Нет, стоп. Я уже пробовал Б. У тебя есть ручка. Включение питания завершено. Так, слушай, новый план. Веди себя естественно. Она, смотрите, я ничего не делаю, она и там на картинке тут тормозит, блядь. Это ты. Ты ее знаешь? Давно не виделись. Гадя. Вот как она, дела? Этому дураку говорит. Я была так занята, пока была мертва. Ну, после того, как ты убила меня. Что ты сделала? А! О, нет, 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 еще раз нет, нет, нет! А! Ладно, слушай. Мы обе наговорили много такого, о чем ты еще пожалеешь. Но я глухонемой гаде играю. Наше разногласие. Потерялась меня. Ты чудовище. Раз ты так много сделала, чтобы разбудить меня, должно быть, ты очень-очень любишь испытания. Я тоже их люблю. Но сначала нужно уладить одну мелочь. Эта игра-то когда вышла? Черт знает, когда? Чуть ли не для одноядерного, блядь, процессора, наверное. Доменная печь. У меня, кстати, есть этот портал 1 здесь с DLSS 3.0. Ты сюда сбрасывала, и которые не до конца сгорели. Оптимизации портала 1, когда он вышел там с лучами со всеми. Мы начнем тесты, как в старые добрые времена. Какие-то пошли рывки, я понять не могу, что происходит. Вот оно. Погоди. Вот. Отлично, ты обнаружила двойное портальное устройство. Выход в испытательную зону должен быть впереди. Протокол требует, чтобы после начала испытания... Вообще правильно я сделал, или нет? Было сведено к минимуму. К счастью, испытание пока не началось. Я что-то вообще не пойму, тормоза, блин, чем связано. Ты знаешь, какой самый большой урок, который я извлекла из своих действий? Я обнаружила, что у меня есть скрытая функция быстрого сохранения. В случае критической ошибки, последние две минуты моей жизни сохраняются для анализа. Я могла, вернее, была вынуждена снова и снова переживать то, как ты убивала. Ты надоела, блядь, курица, блядь. Знаешь, чё, куда идти-то, я не пойму, что-то я заблудился, но... Они потратили бы всю жизнь, чтобы отомстить тебе. К счастью, я выше этого. Я буду рада забыть обо всем этом и вернуться к работе. В конечном итоге, у нас масса работы и лишь 60 лет, чтобы ее сделать. Примерно. Блять, у меня нет точных метрик. Сюда, что ли, же? Я сейчас уберу это с пути. Давай, говнина, это разгребай, блядь. Помоешь. Самое важное, ты снова здесь, со мной. И теперь я знаю все твои приемчики. Поэтому ничто не помешает нам проводить тесты до конца твоих дней. Нормально, блин. Кто знает, придумаю себе ход. Лифт, давай. Может, воскрешение мертвецов. Мерзавка. Сейчас бы не стали заморачиваться, электронный голос делать. Мне кажется, просто бы, блядь, говорили бы и все. Извини за беспорядок. После того, как ты убила меня, я немного запустила этот комплекс. Кстати, спасибо за это. Проверка сарказма завершена. Отлично, все снова работает. Пока ты будешь проходить первое простое испытание, начну все восстанавливать. Попытаемся узнать, как испытуемые ведут себя, если запереть их в помещении со смертоносными лазерами. Давай включай там дрянь свою. Так, сюда я прыгаю, если да? Где я выпрыгиваю? Блять. Куда она мне? Вот на этот понтон нужно встать, наверное. Вообще, сейчас сразу встать. Чё я тут выделываюсь, блядь? Тупица.
где эта штука-то? Блядь, сейчас точно будет постоянно путаться на этой говнине. Недурно. Я и забыла, как ты хорошо с этим справляешься. Все же нужно поторопиться. Нужно провести еще много тестов. Следующее испытание связано с кубами. Дин должен быть в углу. Короче, перезагрузился, я не знаю, вроде получится. Я не знаю, может я лазил в настройку. В настройку лазил это. Улучшение графики, и поэтому в решейдеры. Так. Куда она лупит-то, я что-то понять не могу. Где-то, значит, кубик должен быть. Вон он. Куда его выплюнуть-то, блин? Дорога жизни. Ты смотри, блядь. Ё-моё, не может запрыгнуть эта безногая курица, нахуй. Так, не понял я, блядь. Сюда его выплюнуть надо. Просто давайте тогда сделаем, плевать. Прекрасно. Вот результаты теста. Ты ужасный. Первые человек. Результаты, отлично. Я серьезно, тут так и сказано. Ужасный человек. Ту-ту! Даже не тестировали. Не расстраивайся из-за этой оценки, ужасный человек. Это лишь оценка на основе данных. Тормоза вроде пропали. Теперь есть научное объяснение, почему твоя мать бросила тебя при рождении. Да все нормально было, потом бах нахуй и поперло, блядь. Как будто памяти не хватает. Может, памяти не хватает? Может, для этой игры мало, блядь, 10 гигов. Тоже решили так приколоться, блядь. Опа, хрен там, блядь, чего. Не так-то, блядь, я не пойму. Куда нам надо идти? В эту дверь, да? Ее надо включить. Где там включалка-то? Мне вот туда надо попасть сначала. Блядь! Оставил там, смотрите-ка, блядь. Курица, да, блядь. Твою мать, а? Поставил, блядь, даже не ровно поставил. Но вроде все равно открыл. Эх, блядь, вторую надо еще. Не понял я, чё. Блядь, там нахуй это, там кто-то работает, слышите там, блядь, барбосы эти, блядь. Работяги, да. Так, это эту включил, а эту... Так, какая там горит-то у нас? Никакая. Поздравляю. Не по поводу теста. Большинство выходит из консервации очень худыми. Хочу тебя поздравить. Тебе каким-то чудом удалось набрать несколько килограммов. Да. Чё-то я ничего не жрала вроде, но... Один момент. Давай быстрее. Эти тестовые камеры быстрее, чем я успеваю их строить. Ты можешь притормозить и заняться чем-нибудь другим, чем-нибудь, что не разрушит этот комплекс. Где горлопан ты, дебил, блядь? Куда делся ты у меня? Петушок ты этот, блядь. Чего ты я нажал? Куда я нажал? Чего? Где это? Блядь, вот он.
И? Что дальше? Ну, туда надо его поставить, да? А чтобы туда поставить, надо эту кучку туда зафиксировать. Блять. Так, подождите. Не надо было вообще никуда переходить, да? Наверное. И попробуйте меня разубедить. Да нет тут, наверное, никаких разумов. Ну, выглядит очень увлекательно. Твоей чести, ты меня слушаешь? Опасно было. Нет нужды делать все так медленно. Говнин летит какая-то, блядь. Кто там, блядь, говнин летит, блядь? Тянет тяга, приземлились. Давай опять разбирай тут. Ладно. Следующее испытание используется воздушная панель Веры. Она была разработана в ходе исследования, как испытуемые справляются с трудностями, если их катапультировать в космос. Результат оказался очень информативным. И? Никак. Удачи. И дальше что? Давай, космонавка. Интересный факт. Ты дышишь не настоящим воздухом. Ну я не знаю, для второй части много. Слишком длинное, затянутое начало, да? То есть посложнее бы надо сразу бы уже. Ну вот дополнительный уровень. Извините меня, уже, конечно, серьезнее выглядит. Там сразу напрягает. Здесь уж довольно длинное вступление. Ну а было бы очень сложно, мне кажется, бы не было бы такой популярности у этой игры. Здесь и сюжет вроде как бы прицепили, и логика. Культовые вещи. Смотрите, смотрите. Все закрывается. Блять, полеты вот эти вообще шикардос. Блять, все заново сейчас придется делать. Да? Так, какую нам дыру-то надо сделать? Да, сразу две я сделал, да? Нет, одну только я сделал. Вот надо синюю еще колбасить. И полетели. Какахи, блядь, повалится вот так, если на самом деле прыгать. Пусть даже смотрит. О, прошу прощения, я пока еще расчищаю эти тестовые камеры, поэтому временами в них все. Давай, еще дура! Мусор, стоит и смердит. Какаха! Без всякой пользы. Постарайся не столкнуться с летящим мусором. Вон он летит, блядь. Мерзавец. Ловите. Очините, блядь. Нет Лерт, нужды блядь. Экспериментировать с мусором. Это лишь мусор. Нажми кнопку снова. Че, я хотел мусор туда отправить? Надо квадрат, что ли, мусор, блядь, да? А, вон мусор, а вот квадрат. Да. Давайте дождемся его. Куда этот мяч делся? Бильярд. Ой, кегельбанский шар. А, вон ты.
точное попадание. Вот так вот, мастерство не пропьешь. Который стоит и смердит без всякой пользы. Кто? Это была метафора. Я имела в виду тебя. И я прошу Тварь. Прощения. Ты пошла ты нахер. Сразу, и я забеспокоилась, что ты пропустила это мимо ушей. Тогда извинение выглядело бы чем-то ненормальным, поэтому я только что снова назвала тебя мусором. Попадись мне только бы. Гандошу. Знаешь, что люди, обремененные угрызениями совести, чаще пугаются громких звуков. Ой, блядь, тварняк подсел. Извини, не знаю, откуда этот звук. В любом случае, это интересный, но... Неужели я растворила его прежде, чем ты прошла тест? Что такое? Это случайно, извини. Тварь, иди давай на... сюда другую! Хрен тебе. Ой, я и этот растворила. Тварюка, блядь. Ну ты ничего натворит, это дерзавка. У нас на складе масса всяких вещей. Они ничего не стоят. Я даже рада от них избавиться. Говнина. Так, а как я сниму эту штуку? А, как сниму? Так, как? А где тут еще-то есть? А, блядь, что-то затупил, блядь, куда-то полез наверх, нахуй. Сука. Проебался. Так, потом я туда лечу, да, потом туда, наверное, да? И вон туда. Не знаю куда, короче, вот так сделаем. Так, у нас какой синий потом будем делать, да? Чего не понял я? Не понял одну. Может сначала туда? Блядь! Опять не хочется. А где кубик Рубика взять? А, вон он. И что? Тащить его сюда надо, эту гниль, блядь. Так, вот эту вот сюда. Сволочь. С ним опять надо лететь будет сейчас. Давай дыру сначала ковыряй. А, вон он, дыра. Ну, попади только, блядь. Чё-то затихла тварюка-то, блядь. Мерзавка вонючая, тварюка. Открывай пасть. Опа. Сам хотел туда запрыгнуть. В каждой тестовой камере есть поле антиэкспроприации на выходе. Ну прикольно же, блядь, вообще обалденная игрушка. Вот, мне кажется, смотреть сидеть. Играть, конечно, круче. Но смотреть спокойно на диванчике в большом экране. Прикольно. Самое главное, что когда я лечу, вы тоже летите в этот момент. Передает камера, блядь, изумительно. Я даже не представляю, как в очках, если это идет. Вообще, блин, сердце будет замирать. Следующее испытание включает в себя поле антиэкспроприации. Помнишь его? Я рассказывала тебе о нем в прошлой тестовой камере, где... Давай говнину свою строй тут. Блять, что за ялда, блять? Вы чё тут? Мне надо идти, хотя... Иди отсюда, нахуй, надоел. Требует некоторого объяснения. Давай я по-быстрому введу тебя в курс дела. Вот. Если у тебя будут вопросы, прокрути в голове на замедленной скорости то, что я сказала. Скоро вернусь. Всё, наконец-то, блять, пошла эта хуйня, блять. Не понял я, блять. Так мне подкидывает, блядь, всякие сюрпризы. Да? Мерзавка ты это, блядь. Хотя, может, и так пройти, блядь. Не придумывать тут что-то какой-то хуету изобретать. Это. Так, она... Бьет она через эту штуку. Изобретатель, блядь. Херов.
подвинул, блядь, забрал, блядь. Просто надо было пройти, блядь. Подтупливать уже дачу, блядь. Почти уже час игры надо заканчивать. Давайте еще одну. Пройдем. Гади, надеюсь, не забудешь. А как тебя зовут? Психованный какой-то, блядь, смотри. Может встать сюда, она раздавит ее, нет? Херняет. Куда пройти? Мне нравится вообще, да, так прикольно сделано. Что-то там перестраивается постоянно, какая-то говнина. Я в эх ты, чурбан, блядь, появился. Да, повеселее сейчас. Воздушная панель Веры сигнализирует о неисправности. Ты ее сломала, да? Да. Вот, попробуй сейчас. Давай, мерзавка. Что случилось? Я там лежал, ты подумал, что мне конец, я был жив, потом... Эта панель не рассчитана на испытуемых твоего веса. Я добавлю несколько нулей к ее максимальному грузу. Давай. Кстати, отлично выглядишь, очень здоровый. Попробуй сейчас. Спасибо. Представляешь, я сам не поверил, и потом птиц. Похоже, ты превосходишь ее весовые ограничения. Хорошо, я просто опущу потолок. Унизила, блядь, да? Типа вес она набрала, блядь. Где я? Так, мне нужно ящичек, блядь, нужен. Там он, наверное, да? Как туда попасть? Непонятно. Так, здесь вниз прыжок не делай, да? Что-то я не разберусь пока в ситуации, блядь. Наверху я не вижу ни одну хренотень, чтобы можно было бы зацепиться за нее. Там оказаться, сверху посмотреть. Да, если я так прыжок сделаю. Так, она оттуда прыгает в синий, да? В синий прыгает. Мы сейчас дрянь вот эту поставим, а попробуем. Почему она не бегает у меня? Вроде бегала, нет? Черт её знает. А где эта кнопка-то? Блядь, вон куда надо было прыгать сначала. Сука. Ёб твою мать. Я тут правильно, что ли, поставил? А вот так он с этой стороны плевать, какой стороны. Какая... Нет, стоит. Блять! Титькой своей мягкой, блядь, бутнулась. А куда пулять-то? Куда это луч-то направлять вообще? А, вон куда. А что толку-то? Наверное, луч-то потом надо направлять. Не сейчас. Сейчас надо сначала запрыгнуть на эту трясину. Э? По большому счету. Блядь, блядина. Только посмотрите, как бери, 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 бери. Как орел. Кири, бери, 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 кири. Ну, да.
давай лифты. Такие, блин, дела. Постарайся получить удовольствие от следующего испытания. Я иду на поверхность. Там такой прекрасный день. Вчера я видела оленя. Если ты пройдешь следующее испытание, возможно, я позволю тебе подняться в комнату отдыха и снова расскажу, как видела оленя. Молодец. Ну, давайте на этом остановимся. Спасибо за внимание. Всего доброго. Берегите себя. До новых встреч.